там, видимо, отпевать кого-то надо было или что-то такое, из доминиканского монастыря. И один более молодой парень отстал. Отстал, когда они оглянулись, они увидели его сидящим рядом с красивой девушкой и о чем-то беседующим около тут входа в туннель. И они закричали: «Брат, возвращайся, не разговаривай с ней, это не она, это дьявол». Вот. А он не послушался, она взяла его за руку и повела в туннель, что-то показывая. Вот. И когда они вошли в туннель, больше их никто никогда не видел. Вот. С этого момента понеслась легенда про балкон дьявола. Настоящее название этого места – Атун Чинкана, главный лабиринт. Вот. А почему балкон дьявола? Потому что там есть прямо над пропастью, где горная речка врывается в подземелье, большое подземелье, огромное, я по нему ходил. Вот. Там есть балкон над этой речкой. Реально природный балкон, судя по всему, или кто-то его сделал, пытался сделать. Во всяком случае, выглядит он как балкон реальный. И когда ты к краю его поступаешь, там борт есть хороший такой, смотришь вниз, там огромная высота, и там все полигоналкой поверху выложено. Сейчас увидите, место необычное совершенно. Вот такая вот легенда. Спасибо. Живую реку, вдоль нее есть вот эти ступени. Ступени вдоль реки. А мы идем как раз вдоль реки. Мы ходили, когда подъем воды небольшой, когда высыхает это все, там можно пройти по туннелю насквозь, он огромный. И здесь есть вход в верхнюю часть туннеля через с летучими мышами, со всеми делами, в туннель сбоку. Мы туда не полезем, тут точно с веревками надо. Вот. А мы пойдем к балкону дьявола непосредственно. Потому что здесь, прежде всего, под эту скалу еще один туннель. Такой. Мы на обратном пути его увидим. Все, ладно, пошли. Сейчас идите сюда. Идите. Вы первые, а то придут эти. Ребята тоже за нами идут. Все, только осторожнее подскользнуться здесь. Пошли. Здесь недалеко, здесь буквально. Это именно и есть балкон, на который мы сейчас спускаемся. Не подскользнуться только, осторожненько. Руками распорки делайте, руками. Все, все, мы уже дошли. Здесь буквально несколько ступенек. Смотри. Это здесь, стоит того. Здесь именно балкон. Здесь это именно балкон. Балкон. Вау. Вот это того стоит. Вот это вау. Балкон дьявола, именно балкон дьявола. А там сверху полигональная кладка. Вон, видишь, наверху? Вот напротив. Я пытаюсь его увидеть. Сейчас, покажу. Нет, вот. А, вот здесь еще вот туннель. Там внизу туннель. Классно. Пошли дальше. Yeah. Чего? Тебе так понравилось? Ну, там люди хотят еще посмотреть. Пойдем. Ага, вот под нами круг. Под нами, вот над нами как раз тоже кладка. Хорошо. Здесь очень хорошо видно, что это все было застраивано специально, это не просто так было. Вот туда будет второй туннель, а этот сквозной.
Ага. А, вон вход. И смотри, ступени спускались к самому ручью, к отходу. Это все ступени, ведущие на ту гору. Там тоже туннели, но они забиты вот этой колючкой. Из мачете, как я говорю, очень трудно забраться. То ли наружу кто-то рассадил колючки, то ли это самое. А здесь явно, да, мы сидим на обработанных камнях. Сейчас мы пойдем вниз. Водичка вроде посветлела, значит, не было дождей. Да? Картошка растет. И вот она, полигональная кладка по всему краю, везде. А? Вот тут монах пропал. А вот здесь пропал монах. Попал в горной тропе, дальнюю деревушку, там, видимо, отпевать кого-то надо было или что-то такое. Из доминиканского монастыря. И один более молодой парень отстал. А вот там мы были. Сквозной туннель. Вон туда можно пойти. А здесь еще блоки стоят, во. А тут были дальше, там блоки есть еще. Я вообще в первый ручья ходил, валяется кое-что. Там нужно пойти отлично. Вот как поработал. Пошли. Аккуратненько. Ну что я сегодня стукаюсь? Ну? Что ты сегодня стукаешь? Стукаешь. Ну что? Ну все. Вот этот камень еще один навис на соплях. Тоже. Это был внутренний обвал. Но по легенде считается, что священник пропал здесь, в этой пещере. Она его повела, и больше не было его никогда. После этого обвал. Вот его не было. Ну, может, по обвалу позже было, а может, раньше. Говорят, что здесь был туннель. Когда эта легенда началась, обвала еще не было. Ну, вот такие вот штучки. Я не пойду. Ты не пойдешь там, где? А вдруг мы встретим дьявола? Пойдем. Хозяйка, говори мне. Ага. Это и есть внутреннего. Вот это все, вот он, все над обвал. Нами камень висит очень хороший. Вот. Ага, здесь был проход, и он весь обвал, полный. Ага, а там мелкими камнями завалено. Ну, как всегда. Это большинство пещер имеет внутренний завал. А остальные, там, где в доступе было, это ближе к Куску, военные взрывали. Да. А потом
проект Кариканча ребята раскопали этот обвал, который там зарыл. А вот и это? Сказали замаскировать снова. А это кто пальцами где? Трогал? Где? А-а-а. А пальчики-то древние. Наверное, да? Угу. Нет, не древние. Нет, это сверху. Это сейчас. Он нет. Мягкий, совсем мягкий. Это на, под пальцами. Это еще мягкий, это то, что сверху на как наросло. А то вот пальчики, вот здесь пальчики, вот здесь пальчики, здесь круг. Может, это сейчас ходит, потому что это насос в наше время. Ну, может быть. Потому что давно бы отекло уже. Капает. Это нормально. Вот если вот здесь на сухом месте где-то сохранилось. А кто бы так пальчиками ломал? Все равно пальчики. Это как раз пальцы. Тихо, у нас пальцы. Других. Они длинные. Здесь может быть и было что-то, какие-нибудь ниши, но все, видишь, это же известняк уже. Ну да, он отек. Отек. Видишь, тут тоже косяк разводят. Значит, церемонии ведутся шаманские. Ну и конечно, мы же обточили платформу все-таки. Ну да, да. Опс, бутылка. Что же они все оставляют? Ну, такие люди. Еще раз, только побольше воды бери. Ладно, пойдем. Вот это многие считают, что это лестница. Это не лестница. Здесь камни стояли. Здесь камни для красоты. Или для чего, не знаю. Но это символика. Что здесь мы снова. Это предупреждение перед туннелями всегда вот эта вот штука. Еще только я искал змея здесь изображение, но здесь не нашел. Это только в пушке нашел. Много змей. Там на этом подъеме там есть такой камень красивый. Из складки. Торчащий. Посмотри, с одной стороны она... И с другой стороны такой же. Ага. Ага. Пирамида. Да, вот она. Пирамида. Камнями облезла она была. Пирамида Хеопса. Нет. А это что? У вас с двух сторон. Да, она, да. Это, это символы ступенчатых пирамид здесь. И если находишь такое, там будут туннели. А. Ну, этот подорожник. Пойдем посмотришь здесь. С вами, Маська. Вы можете посидеть здесь, если хотите. Это, на, это прямо. А вот тут? А тут щель. Ну, это больше щель. Вы здесь останетесь? Или с нами? Да, да. Мась, перо уже не выглядит пером, как мусор выглядит. Люди, прям как горка. Вот, отойди, вот иди ко мне. Ага, как будто горка. Вот, иди сюда. Вот, посмотри, видишь? Нет, я не вижу. Во, вот, видишь, на саму гору смотри. Она как горка идет. Да, я вижу. Туннель такой. А теперь туда? На это вот? Ну да. Зачем? Просто.
Смотри, а там дальше ступенька есть, если пройдешь. Пройди вдоль ступеньки, да, видишь? Ступенька, и еще одна ступенька. Опля. Мы пока не поднимались. Да? На это. Колючки. А, много колючек. Ты будешь дай-ка горнятный. Там тут очень машина, и ты будешь слышать шум реки, которая там течет, в том туннеле. Ага. Проходит вниз, но не сопоставлен на этой веревке. Да, здесь без веревки. Сейчас услышим. Ага. Слышно, да, что-то? Ага. Он выходит одним концом туда, а другой куда-то еще должен заворачиваться. Я люблю, я не рисковал. Когда с Андреем пошли, Андрей не любит туннели. Он их любит, он ему интересен эти все, но он побаивается. Фе. У него длинные ноги и руки, он огромный. А. Осторожно. Не-не, здесь можно. Ну, до туда, да. Да, здесь. Нет, дальше я не иду. Здесь можно. Видишь, и опять мы сталкиваемся с тем заявлением. Ты везде, походу, туннели, лучше печать мои снегами. Ну, ты их тут нарочно располагал. Понятно, что может быть природа, скорее всего. Но как-то вот лучше больно везде. Да. Это его назвали по этому замковым камерам, что в любой момент, там, малейшее движение, он может попросить. Вот это вот. Еще можно пройти. Ну готово, да. Еще можно немножко. Не проблема. Все, еще капельку пройдем. Не будем рисковать, а немножко можно пройти. Все, вот. Здесь остановимся. О, вот здесь вот. Здесь можно. А дальше уже надо веревки. Да, дальше уже веревки. А там свет виден. А вот. Там виден свет. Вон он. Ага. Тоже там вода течет, вон она. Вон речка. Что, вон какие-то. Она. Вон она. Ага. И вон там свет. А вот это вот, то ли камни, то ли это складка. Не, я не вижу. Есть фонарик? Нет, фонарей нет. А, мы не взяли. Я сейчас это сам. С двумя посмотрим. Или жалко, не взял фонарь. Ай-яй-яй. Просто обвал. Вот он. Ну там дырка понятно. Обвал. Просто обвал. Да. Просто обвал. Никакой пригодов. Ни близко не было. Просто, значит, сверху. А, вон птички, вон летают. Летучие мыши летают. Вот это мне. Вон она. Ай, да, классно, да. Летучие мыши. Вот это кровь на соплях. Ну да, вот это тоже, вот это может упасть в любой момент. Вон они. Здесь костер разгорели. Когда-то давно. Я не разговариваю.
Вот здесь что-то было, видишь? Здесь мусор. Вот это. Здесь просто могло зарасти все вот это самое известняк, который отекает. Нет, или почистили его. Ну да, здесь могли быть и ниши, в принципе, могли бы, могли, но мы теперь не увидим. Здесь очень много отеков. Все равно это все владение этих серых. А потом мы увидим этих серых. Увидим. А вот это что такое? А, вот, пожалуйста. Что, исследовали? Исследовали. Где? А вот. Вот, 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 я подсвечиваюсь. Вот, я свечу. А. Вот я можно веревку крепить вот и спускаться она, вниз. Наверное, это и делали здесь. Профессионально. Хорошо вбито. Ну. Страховка. Значит, отсюда они вниз шли. Да, скорее всего. Веревку крепили и делали маленький снеклинг. Вон там нет? Ничего? Не видно? Пока не вижу. Вон это парочка. Парочка нет? Не, только эти две. Вон можно их обозначение посмотреть. Есть гравировка. Вижу, там сам нас, а я не заметил. И что ж такое? Ну да. Замыленное. Я за другим там живу. Я вижу другое. Позови. Папа! Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!